Отношения между арабскими странами и Азербайджаном расширяются, поэтому данной сфере уделяется особое внимание. Об этом проректор университета АДА Фариз Исмаилзаде заявил на мероприятии в связи с Международным днем арабского языка. Отмечалось, что с этого года в университете АДА начались занятия по арабскому языку как для студентов, так и для дипломатов. Основу отношений с арабскими государствами заложил великий лидер Гейдар Алиев. А президент Ильхам Алиев успешно развивает эту политику. В настоящее время Азербайджан сотрудничает с арабскими странами во многих областях. Членство в Организации исламского сотрудничества является ярким тому примером. После выступлений студентов на мероприятии была представлена художественная часть.